хранят в величественном молчании историю многих веков. Там, за стенами, усыпальницы великих монархов, олицетворявших собой действительно великий народ с его богатейшей культурой, историей и традицией. Мы как-то к этому привыкли. Привыкнув, перестали замечать, а многое забыли. Новые времена, новые нравы. Один учился у Железной Леди, другой у дяди Сэма. Как государств плят по осени считают. Один аттестовался осенью 91-го, другой осенью. И жирный дождь западных так называемых общечеловеческих ценностей обрушился на Россию. Погружаясь в тяжелый сон безразличия и беспамятства себе, мало-помалу поверили в свою слабость, в свою негодность, в свою порочность, утрачивая здоровое, верное чутье, которым обладали наши предки, собиратели и строители единой великой России. Просветительская деятельность солунских братьев Константина в монашестве Кирилла и Мефодия прочно связаны на Руси с появлением славянской письменности. Благодарные потомки чтут память об этом, и отсчет начала письменности на Руси ведут с 863 года, года создания азбуки. Вместе с тем существует немало свидетельств о том, что до Кирилла и Мефодия славяне располагали и довольно основательно письменной культурой. Константин, как повествуют древние исторические документы, в пути остановился в Херсонесе, где и обнаружил Евангелие и Псалтырь, писанные русскими буквами. Одна из рукописей 15 века в толковой Полье сообщает, грамота русская явилась Богом дана в Корсуне Русину. От нее же научился Константин и оттуда, сложив и написав, книги русским языком. Не предосудительно ли славе российского народа будет, ежели его происхождение и имя положить столь поздно, а откинуть старинное, в чем другие народы себе чести и славы ищут? Михаил Васильевич Ломоносов. Подлинные же славяне задолго до Христа и славяно-русы, собственно, до Владимира, письмо имели, в чем нам многие древние писатели свидетельствуют. Василий Никитич Татищев. Однако же, по сказаниям Несторовым и иным, видно, что славяне до Нестора письменность имели, да он и утрачены или еще не отысканы, и потому до нас не дошли. Славяне задолго до Рождества Христова письмо имели. Екатерина II, императрица великая. Видимо, те, кто занимается этим, в общем-то, они, мягко говоря, плевали на Екатерину и на Ломоносова. Им до этих сведений, в общем-то, как-то им неинтересны сведения эти. Я вот знаю, в Московском университете профессор, я сейчас его ошибусь, Бернштейн, извиняюсь, я точно не помню, он читал в течение 10 лет курс, значит, по поводу славянской письменности. Очень много у него о Кирилле Мефодии рассказывает. Так у него там четко, я сейчас не помню страницу, но в книге я об этом пишу, он четко сказал, что до Кирилла и Мефодия не было и не могло существовать у славян никакой письменности. Этот человек преподавал в университете, его слушали на протяжении 10 лет там огромное количество студентов, которые потом выходили в жизнь, которые вслед за учителем повторяли то же самое. Они просто, никто не хотел этим заниматься. Очень уж это скользкая такая тема. Ведь хватит, допустим, тоже Дмитрий Сергеевич Лихачев говорит, хватит нам, значит, говорить о том, что вот
там где-то кататься в какой-то древности. Вот наша культура, это значит крещение Руси, это православие, это Кирилл и Мефодий, это значит буквенно вот это письмо. Все, мы с этого времени стали культурны, стали причастны к европейской культуре. И все, и нечего нам лезть куда-то. Русский ученый Геннадий Станиславович Гриневич. Ему принадлежит фундаментальный труд, основополагающий во всех отношениях. Открытие древнейшей письменности славян. Нам, его современникам, еще только предстоит понять и осознать значение этого открытия для нас и для развития истории мира о древнейших цивилизациях. Никто древнеславянским письмом, даже распространенным на территории расселения современным славян, никто же этим не занимался, никто эти надписи так и не собрал. Получилось, что я первый собрал эти надписи, которые бы, о которых упоминал Эйнштейн, упоминали там Классы в прошлом веке, Лицеевский, граф Потоцкий, Маш Воге, аж в 18 веке, значит, писали об этих. Я их собрал. И я их расшифровал, считая, что это надписи, выполненные чертами резами. Их еще иногда называют славянскими рунами. Вот я их расшифровал, каждый значочек озвучил. И у меня получился набор слоговых знаков, которые я теперь и мог сопоставить. С чем угодно. Работа Гриневича – сложный, объемистый труд, кропотливо собранных и изученных письменных документов, история которых порой трагична. Это относится и к микрожинским камням. Вот здесь изображение Тельца и Алеона на старинной карте. Ну, рисуется сам Телец, и вот три звездочки. Раз, два, три звездочки, треугольник образующий. В центре этого как бы треугольничка еще четвертая звездочка. Это вот знаменитый набор так называемых микрожинских камней. Они найдены в прошлом веке в Познанской области Польши. С какой целью они делались, я не знаю. Это, видимо, с какой-то ритуальной целью, в общем-то, это камни. Потому что если он здесь пишет мой знак Телец, где-то там еще мой знак указан на весах, это значит созвездие Геркулеса. Вот, это, видимо, имело какое-то ритуальное значение. При сопоставлении знаков типа черт и резов с кириллицей и глаголицей, болгарской и хорватской, обнаружено 23 знака, совпадающих по форме. Итак, Кирилл заимствовал знаки для своего алфавита из более древнего славянского письма. Об этом же свидетельствует послание папы Иоанна VIII. Я в свое время, на самом первом этапе, закончив вот с чертами резами, так называемыми, с надписями, которые в пределах расселения современных славян, обращался в Институт славяноведения и балканистики, там был такой ученый, доктор наук, в то время сейчас он академик, Вячеслав Селович Иванов. Он очень тепло принял мою работу. Ну, кончилось, правда, потом это очень печально, но неважно. Он всегда, когда я к нему приходил, я очень приходил часто, он очень любезно меня встречал, он меня каждый раз спрашивал, а где корни этого всего? Откуда такое совершенное письмо? Там в четвертом, вот черты резы у меня получились найденные вот в пределах современного расселения славян. Самая древняя надпись – это 4 век. И понимаете, в 4 веке, получается, там какая-то рядовая пряха спокойно владела этим письмом. Значит, истоки должны быть еще глубже. Надпись на пряслице. Решек Диночи, то есть пряслица, принадлежит Диночи. Надпись на глиняном горшке. Содержание текста следующее. Надобе закрыть, чело всадив. Чело – наружное отверстие русской печи. Чтобы тебе еда не была как вода, весу за два бока ты только взявши, пей это. Мы начали идти вглубь, как говорится, там тьма, никаких находок, ничего. Пришел я, правда, в трипольские земли. Ну, не в трипольские, а в трипольский уровень. Это значит 2000 лет до нашей эры. И там я впервые встретил знаки, которые абсолютно идентичны чертам и резам. Рассвет великой трипольской культуры приходится на 3-4 тысячелетия до нашей эры.
и охватывает территорию от Днепра до Дуная. Многочисленные трипольские поселения, достигавшие до 10 тысяч жителей, строились по радиально-кольцевому принципу, который лег в основу позднего градостроительства. В сложных узорах, украшавших керамику Триполия, отражение мира, его триединства. Трипольцы, опытные хлеборобы, только пшеницы выращивали более 4 сортов, не говоря о других злаках. Земля, засеянная нива, были уподоблены женщины. Отсюда поклонение матери всего сущего, прародительницы мира, богини земли Ладе. Когда я вышел на трипольцев, которые владели практически, получается, тем же письмом, я стал следить за судьбой трипольцев. А известно, что Триполье, трипольская культура, она в 2000 году потерпела разор сильный, она была уничтожена. Считается, что междоусобные раздоры стали причиной этой трагедии. Однако, почему трипольцы, спешно покинув селение, не тронули своих вещей, остается тайной по сей день. Уход трипольцев из Среднего Поднепровья, где через 2500 лет возникнет государство восточных славян Киевская Русь, точно согласуется по историческим документам со временем появления на Балканах, на земле будущей Греции и на Крите пелазгов. Славяне распространялись по землям не постепенно путем нарождения, не расселяясь, а переселяясь, переносясь птичьими перелетами из края в край. Видимо, поэтому греки называли их аистами, пелазгами. Известно также, что в 3-м тысячелетии до нашей эры славянские племена рысичи в своем движении из Триполья на юг достигли Пенджаба и Инда и создали величайшую протоиндийскую культуру, на основе которой поднимется культура Древней Индии. Позднее, через 1000 лет, они оставят свои города у подножия Гималая и через Малую Азию придут на Крит, где, встретившись со своими соплеменниками, трипольцами, пелазгами, все вместе создадут могучую критскую державу. Именно трипольцы, пелазги принесли на Крит веру в прародительницу мира, мать всего сущего, богиню Ладу. Согласно легенде, Лада, или Лату, попала на Крит, обернувшись волчицей, спасаясь от гнева богини Геры. Спустя столетия образ Лады-волчицы, созданный этрусским мастером, потомком пелазгов, станет символом Рима. Критская держава, хозяйка Эгейского моря, находилась на вершине своего могущества, когда до Крита докатилась сильная взрывная волна вулкана Санторио, вызвавшая большие разрушения. Остров накрыла туча пепла, города Крита были обращены в развалины, а остров в безжизненную пустыню. Жители Крита покинули остров. Ничто не напоминало ученым, пришедшим в конце прошлого века на Крит, о его былом могуществе. Дворцы были скрыты слоями земли, а на ее поверхности стояли убогие хижины. Тем неожиданнее и значительнее было открытие археолога Артура Эванса. Носа предстал перед изумленными взорами археологов. Но еще более поразительным оказался архив Кносского дворца. Сотни глиняных табличек, покрытых неизвестными письменами. Артур Эванс первым предпринял попытку расшифровать критские письмена. Но он не мог продвинуться дальше формального анализа и ограничился лишь классификацией. Его работу продолжил англичанин Майкл Вентерс. Появилась наука о дешифровке критских надписей, микенология. Однако понятных текстов, после всех попыток их дешифровать, практически не было. Они не поддавались переводу.
Иванович занялся расшифровкой критских надписей в поисках истоков письменности типа черт и резов. Он исходил из того, что авторы критских надписей Пелазги являются славянами. Вся система критского письма, она уже была разработана. Было известно, что это слоговое письмо, что слоги открытого типа. И я, когда с этим письмом столкнулся, ага, слоговое письмо, у меня слоговое. Там слоги открытого типа, у меня слоги открытого типа. Там наряду с линейными знаками встречаются рисуночные знаки. Я смотрю, у меня то же самое, допустим, на той же аликановской надписи. Значит, но самое интересное было, когда я составил, сопоставил просто знаки, ряды критских знаков со своими знаками, то обнаружил абсолютное сходство в графическом отношении тех и других знаков. Нужен был раскрепощенный, независимый, свободный полет мысли ученого, чтобы осуществить прорыв из этого научного тупика. Это мог сделать только русский ученый. Смотритесь в эти загадочные рисунки. Сходство с современными вертолетами несомненно. Только в хвостовой части вместо привычного винта завитки, напоминающие движение раскаленного воздуха. Рядом это же устройство, но уже без колес. Не здесь ли ключ к загадке мифологического Талоса? Медный гигант трижды в день оббегал или облетал огромный остров и, завидев непрошенных гостей, раскалившись огнем, заключал их в свои губительные объятия. Вероятно, жители Крита, не причастны к созданию этих летательных аппаратов, тем не менее пользовались ими. За это меня били в институте русского языка, и где только не бьют, и до сих пор. Но дело в том, что я занимаюсь шифровкой, и я все, что есть на табличке, которую я расшифровал, я должен как-то объяснить. Я это объясняю, вот, по крайней мере, с помощью вот этой гипотезы об инопланетном контакте. Вероятно, потому что этот контакт был, потому что содержание дощечек таково, что они практически рассказывают именно вот о типах этих аппаратов, о способе их даже движения. Там вот мне там нравилось, там в двух случаях я сталкиваюсь с тем, что они движутся с помощью маги. Мага — это зной, вот что-то такое невидимое, вот зной, знаете, над землей, когда раскаленное солнце. И даже на рисунке рисуют, как из сопла этого аппаратика, такие завитки. И я специально ездил, там мне помогли друзья, в академии, не в академгородок, а в звездный городок, и там со специалистами разговаривал. Они говорят, именно так вот из дюза ракетного двигателя истекает газ. Практически невидимо, но что-то такое вот марево. И понимаете, полное подтверждение того, что перед нами вот там ракетные по форме и по способу движения, это вполне какие-то ракеты, ну вот, похожие на современные. Там упоминается, что это вот эти аппараты, это, допустим, воины ИЕ, крылья ИЕ. А кто такой ИЕ? ИЕ – это и есть Бог. Это крылья Бога, вот эти аппараты, воины Бога. И здесь мы встречаемся вот с представлением о Боге, которого критяне называли Иге. Естественно, для тех, кто пришел с неба, будь то инопланетяне, наверное, а кто еще может быть, естественно, для земных людей это был Бог. Так, возможно, и родился вообще понятие о Боге. И Бог – это вот кто-то, пришедший оттуда. Ранней весной 1828 года, во время пахоты, крестьянин из Тосканы обнаруживают русскую гробницу. С последним ударом кирки камень, закрывающий вход в склеп, разлетелся на куски. И при свете факелов археологи увидели уходящие вглубь своды. Античная Этрурия предстала перед ними такой, какой она была во времена своего величия. На погребальных ложах воины в доспехах, казалось, отдыхали от боев. Очертания тел, одежды, материи, краски были видны несколько минут, а затем все исчезло по мере того, как свежий воздух проникал в склеп.
Хрупкие останки превращались в прах, а воздух становился все более прозрачным. В колеблющемся свете факелов ожили на всех четырех стенах огромные фрески, украшавшие склеп. Так полузабытая древняя цивилизация внезапно открылась людям, жившим спустя 20 веков после ее гибели. Найденное поражало воображение. Эта культура знала много такого, что раньше приписывали изобретательному гению древних римлян. Оказалось, что у Рима есть предыстория, да еще какая. Более 2000 лет назад этрусски владели значительной частью Апеннинского полуострова. Они были хозяевами западных морей и безраздельно господствовали на своем море, Теренском. Древних римлян называют учителями Западной Европы. Учителя учителей – этрусски. Идея о том, что это были славяне или русские, это, в общем-то, не мне первым пришло в голову. Но, по крайней мере, в первые века нашей эры существовал такой тип энциклопедического словаря Стефана Византийского, так там однозначно сказано, что этруски – это славянское племя. Но я разговаривал с одним очень крупным специалистом, который читал этого Стефана Византийского насквозь, и я ему говорю, вот там на такой странице, вот такая строчка. Он говорит, вот этого я не помню. Он, понимаете, он всю эту энциклопедию Стефана Византийского знает, но вот этой строчки, где написано, что этрусские славянские племя, он не помнит. Этрускам принадлежит древнейший на Апеннинском полуострове памятники письменности. В настоящее время имеется свыше 11 тысяч этрусских текстов. «Этрускан нон лигатур», — говорили римляне. «Этрусское не читается». Кто же были этруски? На каком языке они говорили? Официальная наука считает, что в этрусском алфавите существует 28 букв. Вот. А здесь я встречаю 28 букв, а здесь я встречаю, ну так, условно говоря, 67 букв. И здесь мне стало ясно, что этрусское письмо никакое не буквенное, как считается, как считалось до сих пор. Потому что слишком много знаков. И этот реестр этрусских знаков я опять спокойно беру и сопоставляю со знаками черт и резов. И опять я вижу абсолютно, причем здесь еще больше, причем где-то процентов на 90, больше, чем в критских надписях, идет полное графическое совпадение. Вы имеете право посчитать, что этот знак похож на этот, значит он имеет то же самое фонетическое значение, которое вы уже там получили. И вы его как бы предварительно также озвучиваете, даете ему то же самое фонетическое значение. И после того, как вы озвучили, вы просто начинаете читать этрусские тексты. И если идет нормальная славянская речь, ну и течет сразу, потекла славянская речь, тогда вы просто берете словарь там прославянского вот, языка, составленный Трубачевым, или древнерусский словарь, или словарь Востокова, старославянского языка. И вы находите эти слова не в греческом каком-то словаре, не, я не знаю, не в китайском, а вы находите это в славянских словарях и переводите этот текст. Это бронзовая модель печени животного, своеобразная карта гадания Гаруспика. Здесь Гаруспик, прорицатель, представитель жреческого сословия, поглощен своим занятием. Надпись гласит... Печень. Из реки Суть. Кто, если не я, защитит твоих живых, а не мертвых, гласит часть надписи, которую возможно было прочесть на шлеме. Бронзовое зеркало 3 века до нашей эры. Надпись на нем содержит напоминание мудрости. Погибель в богатстве, подрывающим силы, роем живи. В 1967 году сенсационное открытие в Трансильвании. Глиняная табличка из тертерии. Ей 7000 лет. Теперь мы читаем древнейшую надпись. Дети воспримут грехи ваши, щадя их, держи поодаль. Это официально признано, что вот венчанские письмена – это древнейшие на сегодняшний день письменные памятники. Но дело в том, что
И венчанская культура разработана, все. Но поскольку никто никогда не ходил признавать, что это славянская культура, то поэтому там все сделано до меня. Сейчас только осталось мне просить и сказать, да, а это наши люди были славянами. Я теперь абсолютно в этом уверен. Если будут меня четвертовать, я буду все время говорить именно, что я прав, абсолютно. Другое дело, что это кому-то не нравится. Кому-то нравится превозносить собственный народ. Ну, в общем-то, это в каждом, наверное, народе заложено. Но для этого надо иметь основания, вот, чтобы так утверждать, и что тот или иной народ стал во главе. Но я считаю, что у меня сейчас есть основания говорить, что именно так. Правоту ученого подтверждает еще одно сокровище Крита, найденное в царском дворце древнего города Феста. Здесь летом 1908 года при раскопках был обнаружен замечательный образец неведомой дотоле письменности. Фестский диск. Он стал символом всего таинственного и загадочного в области древней истории, археологии и лингвистики. Прочесть его не смог никто. Это изображение, полученное специальным способом для телевизионного экрана, вы видите впервые. Попыток расшифровать фестский диск было великое множество. В качестве ключа применяли языки греческий, хетский, ликийский, корейский и даже семитский. Ученые всего мира едины в одном. Рисунки нельзя считать ни отдельными независимыми картинками, ни единой картиной, состоящей из отдельных элементов. Рисунки являются знаками для звуков. Джон Чедуик, опытнейший шифровальщик, сказал однажды, дешифровка этой надписи остается за пределами наших возможностей. Фестский диск, получается, это более возвышенное такое письмо, когда знак линейный, элементарный, он облекался в форму рисунка. Это вот уже вот эта традиция, она сохранилась, и даже вот когда у нас уже было книжное дело на Руси, значит, когда мы писали с помощью кириллицы, там вот заглавные буквы могли изображаться не просто, вот, ну, просто такая элементарная буковка, а каким-то там чудищем или что-то там еще. И вот на фестском диске там совершенно спокойно в рисунке вы можете вычленить вот тот линейный знак, который положен в основу рисунка. Я прочитал его за одну ночь. Ну, я не знаю, там подъем был необыкновенный. У меня в этот момент родилась внучка. Поэтому диск шведский прочитан 23 апреля 1983 года. Наши предки оказались на Крите не по своей воле. Не по своей воле. И это очень было созвучно тому, что был такой 60-е годы известный археолог Брюсов, который, описывая вот исход трипольцев из Триполя, где-то делал доклад, но этот доклад неизвестен, нигде не напечатан, об изгнании русов. Высокий уровень радиации, обнаруженный на месте внезапно покинутых поселений трипольцев, не исключает, по мнению специалистов, вмешательство внеземных цивилизаций или космических катаклизмов. И вот изгнание русов и их исход, и появление их на чужой земле, которую они теперь вынуждены обустраивать и устраиваться, но тоскуют по-прежнему о своей родине, россиюне. Горести прошлой не сочтешь, однако горести нынешние горше. На новом месте вы почувствуете их, все вместе. Что вам послал еще Господь? Место в мире Божьем. Раз припрошлые не считайте, место в мире Божьем, что вам послал Господь, окружите тесными рядами, защищайте его днем и ночью, не место, волю, за мощь его родите, живы еще чада ее, ведая, чьи они в этом мире Божьем. Будем опять жить, будет служение Богу, будет все в прошлом. Где вы будете, чада будут. Нивы будут, прекрасная жизнь. Забудем, кто есть. Чада есть, узы есть. Что считать, Господи? Россиюня чарует очи
Никуда от нее не денешься, не излечишься. Не единожды будет, услышим мы. Вы чьи будете, рысичи? Что для вас почести? В кудрях шлемы, разговоры о вас. Не есть еще. Будем ее мы в этом мире Божьем.